Вытонченность, стиль и грация. У областном центре прошел кастинг на удел у самом пригожем конкурсе «Мисс Гомель-2019». Организаторы запросили на его девчат с добрыми внешними даденными, харизмой и жаданием проявить себе. С конкурсантками познакомилась Ганна Каральчук. Многие девчонки с детства марят стать королевой пригожости. Те, кто вырашил увасобить свои фантазии в жизнь, собрались на кастингу гомельских пригожунь. Сёлета организатором конкурсу «Мисс Гомель-2019» выступила модельная школа Сергея Нагорного. Сярод потребований до удельниц узрост от 18 годов и отсутность мужа и детей. Что тычется модельных параметров ваги и росту, тут докладных межов вырашили не робить. Головное – харизма, обаяние, стиль и грация. Каб трапить у финал, треба покорить жюри своей индивидуальностью. Хочется на конкурсе представить самых интересных, не только самых красивых, но и самых интересных жительниц нашего города. Поэтому хочется, конечно, чтобы каждая из них была какой-то очень такой вот творческой, наверное, внутри интересной, эрудированной, имела какую-то свою изюминку, и чтобы они были все разные. Поэтому будем задавать вопросы, чтобы отыскать вот эти изюминки в них и свои особенности, черты характера. Для конкурса организаторы плануют отобрать каля 15 прихожунь. А покуль имены финалисток еще не огучены, мы решили запытать у девчин об их мотивации до уделу. Работаю учителем испанского языка в 17-й школе, веду старших классов и младших классов. Я, если честно, не задумывалась об этом, меня на это сподвигли дети. Они ходили постоянно, на переменках подбегали, уговаривали Веру Вячеславовну: вам надо вот что-то вот новенькое, почему вы не хотите принять здесь участие? Но я так подумала, почему бы и нет, новое что-то для меня. Это новое знакомство, это как бы стимулирует тебя заниматься больше в спортзале, там, знаете, сделать себя еще лучше в какой-то степени, потому что я овен, и когда есть какая-то конкуренция, я иду до конца, я стараюсь быть первой, но как бы я не расстраиваюсь, когда там девушка там стала первая, другая, да. То есть это нужно принять, работать над своими ошибками, и в следующий раз, если повезет, пройти кастинг, например. Я очень давно ждала этот конкурс. 4 года, наверное, ждала «Мисс Гомель», вот, увидела рекламу, и сразу же мы с девочками сюда пришли. То есть мы очень давно ждали, хотели. Я думаю, что каждая девушка достойна, но главное быть самой лучшей для себя. То есть, чтобы это нравилось самой себе. А остальное уже скажут жюри и зрители. Наступные 2 месяца конкурсанток чакает интенсивная подрыхтовка до шоу. Почнется все с занятку по дефиле, актерским майстерстве и фитнесе. Далее с встречи со стилистами и фотографами. Финал конкурсу пройдет 7 снежня в городском центре культуры. Шоу будет включать традиционное дефиле, хореографичную постановку и видеоролики, створенные у период подрыхтовки до конкурсу. Так само девчины реализуют социальный проект и примут удел у интеллектуальной гульни. Ганна Кральчук, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель».